Есть икра черная, есть кабачковая. Это реально красная икра. Но для того, чтобы усилить эффект это сгущенное молоко, мы сейчас добавим маленькую точечку сгущенного молока, чтобы убедиться, что качество этой красной икры соответствует действительности. Оказывается, сверхсекретные технологии, благодаря монахам из Тибета, они обнаружили, что если сгущенное молоко помазать на красную икру наложить сгущенное молоко, оно дает не только многолетие, ну, еще скрытая информация для мужчин. Одним словом, пчелы – это наши друзья. Приятного аппетита!